Мои дорогие, всем привет! А мы сейчас на заправке. У нас сегодня такая погода классная. Так спать хочется, у нас дождь. У нас дождь, но я в последнее время так радуюсь дождю. Это, наверное, потому что у нас вокруг все горит, пожары. И надеешься, что дождь все-таки поможет и остановит пожар. И вообще радуемся. Даже у меня ребенок сегодня говорит с утра: «Мама, дождик на улице, как хорошо!» И папа у меня тоже сегодня обрадовался с утра, говорит: дождик, наконец-то дождь. Вчера меньше дождик было, сегодня он был сильнее. У нас прям такие лужи. Так что вот на дачу сегодня не поедем, сегодня пока не надо. На дачу, раз дождь идет. То идет, то не идет. Сейчас остановился, недавно был сильный. Мы приехали с Юрой на заправку, газ заправляют. Слышу, я не выхожу из машины, раньше выходила, сейчас перестала выходить, и нормально. Юра говорит: да все в порядке у нас. Он недавно проверял этот там газовое свое устройство. Так, говорит, все в порядке. Фильтры поменены, там что-то там еще усмотрел, все будет нормально. Ой, пасмурная погода, спать хочется так-то. Мы поехали, в общем, не дома не хочется сидеть, поехали. А вот за газом заедем, может быть, еще в магазин заедем. И домой. Я сегодня голову помыла. И не накручивала бигуди, потому что, мне кажется, никакого объема не было бы сегодня. Дождь, раз все влажное, они у меня такие влажные какие-то, под дождь попали. Выходили из машины, когда садились в машину, как раз дождь пошел. Сейчас поеду, если дождик будет, поснимаю вам. У нас все вокруг вот спрашивают, горит, да, пожары постоянно, девчонки, постоянно пожары вокруг. Про Кирилла спрашивают, что будете дальше делать, про учебу. Пока еще решаем. Ну, как решаем, мы уже знаем, но пока говорить не будем. Примерно посмотрим, как у нас там экзамены пройдут. Экзамены как пройдут. Два варианта. Либо 10 класс идти, либо дальше идти. Ну, там, в техникум. Видно будет. Потом обязательно расскажу попозже. Экзамены пройдут, так я потом вам все расскажу. Все расскажу. Вообще погода такая, блин. Ну, радуешься, блин, дождю вообще, как не знаю кто. Даже лужи есть, такие прям в некоторых местах большие лужи. Сегодня хорошо, дождь прошел, а ночью тоже дождь не было, вот утром только пошел. Мы обещали до вторника. До вторника, Юра говорит, обещали дожди. Дождь пошел. Пошел дождичек. Целый день сегодня так будет. У нас там еще одна пятерочка. Мы в ней ни разу не были. Мы сейчас в пятерочку заехали, купили продукты. Сегодня на 1000 рублей взяли. Ну, почти полный пакет. Что-то такое взяли недорогое. Удивилась даже. Пакет почти полный, а всего 1000 рублей. Небольшие покупки в магазине «Пятерочка». А Юра тут разных всяких макарошек положил. Увидел, говорит, у нас заканчивается, надо взять. А у меня сегодня Юра попросил, чтобы я сделала салат его любимый. Это который вот с морковкой по-корейски, с колбаской, с сухариками и с кукурузой. Вот это все у нас на салат пойдет. Майонез плюс еще сметану я недавно покупала, буду смешивать. Юра захотел салат, сделаю. Так, у нас здесь хлеб, булочки, бульмени. Девочки мне написали, что они очень вкусные. Мы тоже попробовали уже. И особенно Кириллу очень сильно понравились. Они ему говорят: возьмите еще. Взяли тут полкило. Очень вкусные. Они действительно вкуснее, чем пельмени. И там мне девочки в комментариях писали, что эти бульмени получше пельменей, которые продаются. Так что очень вкусные. Взяли еще немножко. Так, здесь у нас яйца куриные. Мне кажется, 42 рубля или 43 они. Ну, это второй сорт. Но я посмотрела, они, знаете, прям не очень-то маленькие. Нормальные яйца за 42 или 43 рубля. Это очень даже хорошая цена. Ракушки, улитки, тут спиральки у нас. Гречка заканчивается. Вот взяли печенье юбилейное с овсяными хлопьями. Тоже понравилось это печенье. Берем. Ну, вот и все. Все, это водичку еще брали по дороге попить. В машине что-то жарко.
Вот все, сейчас я буду готовить салат. Салат. А так у нас еще эти гречка осталась. Еще тут макарошки делали с котлетами, тоже остались. Вот только салат сейчас сделаю, и все. Мои дорогие девочки, я сейчас снимала болтовлог. Тут у меня телефон стоял на штативе, на этой кольцевой лампе. Поснимала болтовлог, отвечала на вопросы, ну, какие недавно мне задавали. И, значит, попросила, чтобы меня под тем, чтобы мне под тем видео написали вопросы, какие вас интересуют. И я в ближайшее время опять поснимаю. Вот я готовила и снимала. Также буду готовить, например, и снимать. Я сейчас приготовила салат. Салат каруселька. Сейчас буду добавлять сметану у меня здесь чуть-чуть. И майонез добавлю, размешаю, и все. Это у меня теперь Юра очень сильно любит этот салат, прямо очень-очень. Сегодня даже вот он все купил для салата. Салат готов. Очень-очень вкусный. Ссылочку на рецепт салата, кто еще не знает, я оставлю под видео. Кто не пробовал такой салатик, обязательно попробуйте, сделайте, вам он очень-очень понравится. Особенно он мужчинам нравится. Я сейчас меняю постельное. Грязное уже отнесла. Надела сегодня вот это вот розовое постельное. Это с Василька. Раньше были такие постельные. У них одна сторона сатиновая, другая сторона хлопок. Ну, я имею в виду простой вот такой материал. А этот такой гладкий. Простынь уже поменяла тоже на резинке. Вот такая простынь серая. Не такого же цвета у меня. Другая простынь. Простынь у этого комплекта простая простынь. У нас невозможно простую стелить, потому что все, она сразу же слезет. А на резинке хорошо держится. Сейчас покрывало буду, покрывалом закрывать. Девочки, знаете, что хотела спросить у вас совета? Может быть, вы знаете, где? Мне надо подушки, декоративные подушки, красивые. Они вот такие вот. Ну, это, видите, простая подушечка и наволочка. Тут можно поменять любую наволочку. А я хочу какую-нибудь подушку. Вот, ну, например, вот что-то вот типа такого, да. Какая-то она такая фигурная, плюс, например, камешки какие-то там сделаны. Ну, вот что-то такое. Бывают они такие круглые, бывает сердечком. Где вообще такие продаются подушки? А на каком сайте, может быть, вы знаете, что-то такое хочется красиво, чтобы раз вот сюда, например, поставила подушечки, да, основные, и здесь поставила какие-нибудь красивые. Ну, вот что-то, чтобы так же, да, что-то сжатое какое-то, затянутое. Ну, бывает красивое. Я вот смотрю некоторых этих американских блогеров, у них там, ну, спокойно в магазинах это все продается, у нас ничего же нет. Ни разу не видела таких подушек у нас в городе. Такие-то вот простые есть там, например, какие-то наволочки там красивые, серебристые, какие-то там с надписями, что-то такое. А вот что-то вот фигурное, вот, например, круглую подушечку сюда-сюда, вот так же перетянутую, да, вот. Такого я ни разу не видела. Может быть, где-то продаются. Я знаю, что на китайских сайтах они бывают. На Shein я видела. Но сейчас проблемы Shein. Посылки вроде бы вообще не отправляют. Сайт найти, где вот красивое все для дома продается. Ребята, сегодня на другой день снимаю. У нас сегодня солнышко, дождь закончился. Немножко прошел дождь, и все, и закончился. Мы сейчас приехали в Фикс Прайс. Мне надо кое-что для дома. Там туалетную бумагу, эти бумажные полотенца. Вот такое надо взять. Да кое-что для второго канала докупить. И потом мы поедем с Юрой в гараж. Сегодня надо будет уборкой заняться, прибрать. Вчера даже как-то не стала влог, не доснимала, получается. Такая пасмурная погода была. Я легла, так расслабилась, немножко покумарила вечером. Что-то спать хотелось, погода не очень. Ладно, сейчас я пойду в магазин, а потом в гараж. Может быть, немножко поснимаю. Там надо. Юра хочет выбросить лишнее. А боится, говорит, вдруг мне нужно. Там есть мои вещи, говорит. Посмотришь, что выбросить, что не надо. Что оставить. Сегодня смс-ка пришла, что в Glory Jeans скидки. Не знаю, зайти, что ли, посмотреть. Что сегодня скидки большие. 109. Сейчас зайду, посмотрю. Что-нибудь. Глории стало больше.
шелковых вещей. Раньше, мне кажется, больше синтетики было, сейчас получше стало. Джинсы рваные. Ой, я до сих пор люблю мам джинс. До сих пор такие люблю, хотя уже не ношу. Уже не тот возраст. Это, наверное, новая коллекция. А вот 2799. Нет, на них нет скидки. 2999. Ну, здесь новый товар. Скидок нет, пойдемте туда, где скидки есть. Еще пока не нашла ни одного товара за 199 рублей. Вот эти вот красивые. Такая ткань интересная, гладенькая. В то же время чувствую, что чуть-чуть тянется и приятно очень. Сколько такие? 1499. Угу. Симпатичные. Еще такие синие есть. Юбка, шорты, смотрите. Ну вот это вот уже из синтетики. Ну, смотрится вроде неплохо. Сколько цена, сейчас посмотрим. 899. Тоже это без скидки. Мне кажется, такая была цена. Нашла, где скидки. Вот здесь вот. Вот в два раза почти меньше цена. Да, в три. Вот теплая вещь, да, со скидкой. Нашла. Вот здесь вот джинсы со скидкой. Так, сколько они стоят? А вот 1199. Так. Из эко кожи штаны. Вот эти вот плотные. Неплохие. Так, сколько они стоят? 699. Представляете, вот бежевые есть. Здесь даже на молнии, как брючки. Слушайте, девчонки, нормальная цена. Они как брюки, из как кожи. Швы только вот эти вот. Тут везде, здесь, еще здесь. Ну, плотные такие. Ну, за такую цену-то нормально. Да. Здесь 499. Вот эти бежевые 499. Сейчас, конечно, уже не поносить их, но если только на осень. 1600. Эти не тянутся. Так, это у нас 1699. И там вот тоже 699 цены. Так, платье. Платье 200. Это без скидки. $1799. Вот это из синтетики. Вот на выходе пошла, увидела блузку. Вот это вот красивая, девочки, блузка. И хлопок материал. Еще вот тоже. Вот такое платьишко короткое, тоже красивое. Мятного цвета, только оно мнется. Хлопок с чем-то. Еще $1799. Хорошенькое такое легкое-легкое платье, посмотрите. Вообще прелесть на лето. Так, это уже другое, нет, такое же, только черное. Это юбочки. Ну все, я уже выхожу, пошла в фикс прайс. Джинсовые платья. В фикс прайсе привезли новые органайзеры. Но тут заклеено, хотела посмотреть, что за материал. Видите, такое ощущение, что как не гладкий стакан, а шершавенький. Вот хотела потрогать, а закрыто. Масочку вот такую вот взяла. Ну, больше для второго канала. Розовые появились. Вот.
приехали в гараж, сейчас сниму этот плащ, у меня там кроссовки старые, переодену, перчатки фикс прайсе взяла, покупки дома покажу, уже заехали домой и увезла покупки. Перчатки купила, чтобы здесь, ну тут все уже пыльное, грязное, разбирать, смотреть там вещи, что оставить и что выбросить. Уборкой займемся. Ну, мы открыли гараж, переоделась я. Тут у меня перчатки, еще сейчас надену. Мы вот такой вот уже мешок, Юра выбросил один. Это все полная коробка, это от старого дивана. Оно уже тоже тут все уже мокрое, грязное. Это все на выброс. Вот это вот я все приготовила. Вот это. Тут шкафы, Здесь ящики, это дедушка сказал не выбрасывать. Там палки сказал не выбрасывать. Это все мы повезем на дачу. Стульчик тут тоже на дачу. Перчатки на дачу тоже. Пока здесь оставлю, наверное, еще тут надо это убирать. Все, на сегодня пока хватит. Вот это вот вывезут сначала и дальше будем убираться. Потом я уж поснимаю вам порядок, когда будет. Пока мы расслабляемся. Вот это вот, вот не сначала вы вот это все вывезете, а потом уже будет место. А там у нас более-менее. Самокат еще нашли, мы его покупали недавно. Этот самокат, на котором Вадимка побоялся ездить. Видите, колеса такие, он же сейчас на маленьких колесиках, ну такой какой-то новый, это современный у него. А этот он не стал этим пользоваться. Не знаю, сейчас надо его помыть, объявление дать, хоть по дешевке продать. За 3,5, да, мы его покупали? Может, 1000 попробовать сделать? Может, кто-нибудь возьмет? Не возьмет, только 800 потом поставит рублей. Все, Юра пошел уже на мусорку все выбрасывать. Я села в машину, ну, сняла грязную рабочую одежду, села в машину. А, наверное, думают, почему столько хлама? Сразу объясню, почему столько хлама накопилось, зачем все это копите? Мы часть вещей перевозили, когда уезжали из квартиры. Со старой квартиры переезжали, мы заранее вывозили вещи, привозили к родителям вещи, которые были такие дорогие, добрые вещи, хорошие, мы их увозили к родителям. А там уже какие-то вещи такие, не совсем это надо, и сюда привозили. Потом, когда мы начали вывозить мебель, ломать, выбрасывать старую мебель уже из новой квартиры, в которую мы переехали, папа постоянно звонил, не выбрасывайте шкафы, не выбрасывайте ящики. И мы сюда тоже часть привезли. Вот пол гаража, вот этот хлам занимает ненужный. И сейчас позвонила папе, говорю, ты давай забирай все это, раз тебе это надо, забери, пожалуйста. Нам не надо, у нас машина даже не входит в гараж. Железо всякое там. Вот. И поэтому очень много хлама накопилось. Еще эти всякие шкафы, да все сюда привезли. Мы же машину не ставим в гараж. У нас тут стоянка рядом, на стоянку ставим, когда надо, когда у дома. Ну, просто стоянка рядышком, раз там несколько дней, если машиной не пользуемся, поставили на стоянку, все. А в гараж копилась вот эта вся ерунда. А сейчас Юра говорит, ну мне все это, говорит, надоело. Я, говорит, привез сюда все эти шкафы-то, а зачем? Давай, говорит, что делать-то надо, куда-то деть их. И все. Договорились с папой, завтра они поедут и будут все это вывозить на дачу. У нас тут красота, рядом сосновый бор. Воздух такой, ну там дальше в лесу-то чистый. Мы приехали домой, все разгрузили. И я сейчас вам покажу, что я купила в Пятерочке. Тут еще заехали по дороге, яблоки купили, у нас закончились, я взяла детям яблоки. Яблоки свежие, сорт Гала. Здесь у меня бумажное полотенце, 3 слоя закончились у нас, любим пользоваться ими. Как раз на кухне у нас стоят, раз что-нибудь протереть или там даже за место салфеточки используем иногда. Так, дальше здесь у нас туалетная бумага, 4 слоя. Она была дешевле, чем вот это вот папе, там бумага была туалетная, 4 слоя стоило 149 рублей. А это, мне кажется, 99, если не 79. Ну, где-то так, дешевле намного, а тоже 4 слоя и 4 бумаги, 4 штучки. Салфетки влажные. Так, здесь у меня салфетки для макияжа с мицеллярной водой. А вот это вторые перчатки. Для дачи.
гелевые патчи для зоны вокруг глаз с отбеливающим эффектом. Я вот эти беру с экстрактом огурца, очень нравится. Это у меня маска для глаз. Я так поняла, что ее надо сначала в холодильник. А, да, вот видите, в холодильнике, смотрю, микроволновка. Ну, кому как. Для снятия отечности в холодильник, для расслабления или для подготовки ко сну надо вот микроволновку. Вот так вот. Видите, как интересно. Ультрамягкий материал. А здесь и не потрогаешь. О, боже мой, действительно очень мягкий. Другая сторона очень мягкая. Ну, это больше, наверное, даже, знаете, для чего? Для просто для второго, для АСМР-канала. Для расслабления, действительно, красивая маска. Так, дальше здесь кошечки Purina One. Берем иногда жидкий корм. Ну, еще и яблоки здесь. Все. Все покупки. Мои хорошие, на этом сегодняшний влог буду заканчивать. Я сейчас немножко подустала. Пойду мыться, кушать и отдыхать. Завтра увидимся. Пока-пока, мои хорошие.